Сядем поудобней. Снова всем привет после моего длительного отсутствия. Это уже вошло в плохую привычку, то, что каждое свое видео я начинаю с того, что меня давно не было, и скоро это исправится, но это не исправляется. Вот, на самом деле, я очень захотела снять этот влог. У меня не было в планах пока снимать. Я сижу, продумываю концепцию того, что я хочу видеть на своем канале, что я буду рассказывать и так далее. Вот, но я сейчас шла по улице, я поняла, что этот влог должен быть на моем канале, и я искренне надеюсь, что весь материал, отснятый с данного момента, будет на канале. В общем, этот влог будет очень болтологическим, скорее всего, даже без особых каких-то событий, а больше просто разговоры, потому что у меня даже сейчас очень много мыслей, которыми я хочу с вами поделиться, плюс несколько новостей. Первое. Почему я так долго не снимала? Моя жизнь превратилась в работа-дом, даже больше работа-работа-дом. Вот, потому что я не знаю почему, потому что так вышло, у меня совершенно нет вдохновения снимать. Но через 3 дня мы переезжаем в новую квартиру, наконец-то. Мы жили в этой студии год. Я бы хотела, наверное, показать момент переезда, нашу новую квартиру. Она очень простая, но достаточно уютная, кстати. И я с вами хотела поделиться тем, что Оливка очень выросла. Посмотрите, какая она уже большая взрослая кошка. Оливка, она прям уже очень взрослая. И у нее появился маленький друг. У нее появился маленький друг, которого зовут Персик. Персик. Вот. Это такая же порода, тоже абиссинская, только он мальчик. И другого окраса. Собственно, это все новости за последнее время. Всем пока. Увидимся в следующем влоге. Да нет, на самом деле, я еще хотела одну мысль поделиться. Я сейчас совершенно не накрашена, у меня... А, я, кстати, постриглась. У меня естественные волосы сейчас, то, какие они, без укладок, без всего. И я чувствую себя максимально комфортно, чтобы вы понимали. У меня нет стеснения, что я без косметики, на мне нет тоналки, на мне нет туши, ничего. Я просто помню время. Персик, иди сюда! Вот, он максимально ласковый кот. Видимо, будет сидеть за камерой и смотреть. Ладно. Я раньше не могла выйти на улицу без слоя тоналки, укладки, без каблуков. А сейчас я максимально расслаблена, и мне кайфово от этого. Вы не представляете, насколько, наверное, я жила просто ради этого момента, вот. Я не думаю о том, что подумают люди, если я... Что подумают люди, если я выйду без косметики? Оливка, тебе удобно? В каждом моем видео будет вставка «Отвлекаюсь на котов», теперь на двоих. Солнышко, давай на ручку у меня посидишь чуть-чуть или нет? Я буду снимать эти дни, это влог будет ни одного, ни двух, даже не 3 дней. Я просто буду снимать, вот что происходит в жизни, потому что в жизни происходит сейчас немного, и вставлять по чуть-чуть, это будет такой, знаете, немного архив за эту неделю, может даже побольше. Я по-любому сниму переезд, я уже начала собирать коробки по чуть-чуть, получается сегодня 10-е, переезжаем 13-го вечером, там отдают ключи, и, надеюсь, мы туда заезжаем. Вот, сдаем эту квартиру 15-го, но я думаю, эти 2 дня мы будем просто перевозить вещи и котиков наших любимых. Сейчас я планирую собирать вещи, во-первых, прибраться, вот, потому что мы вроде 2 дня назад убирались, 5 вещей, разбросаны, все, разбросано. А буду потихоньку, наверное, убирать в коробочки то, что мне уже не нужно, вот. У меня, чтобы вы понимали, половина шкафа просто забита всем для свечей, абсолютно всем. Что с этим делать сейчас, я не знаю. Уже вечер, я искренне думала, что весь вечер я проведу дома, но нет, я провела его не дома. Потому что уже не вчера был день рождения, и сегодня мы его отмечали, вот. Время уже 00:30, они еще до сих пор там сидят, а я просто не могу столько пить, поэтому я ушла кататься на самокате. Вот, потому что сидеть дома одна мне скучно, спать я не хочу, и с ними сидеть я уже тоже не хотела, мне уж прям некомфортно стало, вот поэтому... Прогуляюсь по набережной с вами. Всем доброе утро! Я жива! Окей, сегодня день сборов. Точнее, сейчас я иду покушаю шницели на работе. Божественная вещь. Живете в Выборге, приходите в Гринхолл и кушайте шницель. Я опять не накрашена. Я такая проснулась. А пофиг. Все равно домой возвращаться. Пойду сейчас покушаю. Возможно, но надеюсь, что нет. Я поработаю. Я приду домой собирать вещи. У меня уже столько коробок. Вот коробки, вот коробки, вот коробки, вот коробки, вот коробки. И еще одна коробка в шкафу, потому что там еда, я спрятала ее от котов. Оливка, Оливка, тебе удобно так сидеть?
поняла одну очень классную вещь, безумно крутую. В той квартире гардеробная отдельная, и вход в нее это вот такие две как бы зеркальные стены. Это то, чего я ждала здесь, потому что мое зеркало ограничивается вот этим. Вот, то есть я встаю, смотрю, как-то вытягиваюсь вот так вот, и все. А там, может быть, просто встать и увидеть себя. Окей, я снова совершенно забыла про свой влог. В общем, мы сегодня уже переехали, живем мы в многоэтажке. Можно сказать, что это жилой комплекс. Сходили уже в магазин, уже поели арбуза, половину вещей разобрали, и я вспомнила, что у меня нет перчаток, чтобы помыть ванну. Поэтому я иду в магазин. Переезд особо не снимала, потому что я не знаю, как-то я проснулась, сходила, поела в ресторан, пока там что-то вещи собирала, и я вообще забыла о том, что надо снимать влог. Я прям с головой вылетела, как обычно. Окей, я сходила, купила себе пену для ванны, взяла себе на завтрак йогуртики и купила перчатки. Сейчас буду мыть ванну, а потом принимать ее. Слушайте, на самом деле сегодня, когда я перевозила вещи, мы с папой перевозили, он помогал мне. Я поняла, насколько... Мне было очень грустно съезжать оттуда, не знаю почему, мы прожили там год. Мы как раз они тогда начали общаться, когда он снимал эту квартиру. Начал снимать, я ему помогала. И не знаю, короче, мне стало грустно уезжать оттуда. Она все-таки была прикольная, несмотря на недостатки, там был свой вход и так далее. Я снова с вами. И все тот же день. Мы только перевезли до конца все вещи, намыли всю квартиру, ту, которая там была. Вот, прям полностью все намыли. И это вообще жесть какая-то. Я ненавижу убираться. Сейчас я иду к родителям, потому что они живут через двор от меня теперь. И я несу им арбуз. Завтра мы едем сдавать ту квартиру хозяевам. Также у меня есть много дела по моей СММ работе. И у меня вокал завтра. Всем доброе утро. Я сейчас собираюсь на работу. Ну как на работу? На работу. Я еду туда покушать. На улице у нас сегодня дождик, ветер. Не очень хорошая погода. Поэтому мы с вами едем на такси. Кстати, знакомьтесь, мои друзья, каждое утро это Железо и Карлин Эррера.